Я кружусь в своей комнате. Мне страшно, мне страшно. Я больше не могу, хватит. Чего мы хотим? Свободу Бритни! Когда мы этого хотим? Сейчас! Она сказала, я не хочу, чтобы опекуном был мой отец. Это была единственная просьба. Известно, что Джейми боролся с алкоголизмом. Однажды Джейми сказал, моя дочь станет богатой и купит мне лодку. Она пытается избавиться от опеки уже 12 лет. Когда я говорю им про то, что я чувствую, они слушают, но не слышат. Почему бы не дать ей жить так, как она хочет? Свободу! 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 Согласно постановлению суда, опекуны Бритни могут контролировать, кому можно, а кому нельзя ее навещать. Они могут делать записи, ездить в туры, заключать за нее контракты и распоряжаться финансами. Я чувствую, что что-то упускаю. Да? Я что-то упускаю в жизни. Какую часть? Саму жизнь. Выбирайте свою судьбу.